Социальная сеть Facebook предоставит 750 миллионам своих пользователей новую услугу. Речь идет о добавлении к многочисленным функциям переговоров в режиме видеоконференции, предлагаемых компанией Skype. О заключении соответствующего соглашения объявил в среду в штате Калифорния глава одной из самых популярных социальных сетей в мире Марк Цукерберг. Партнерство со Skype, отмечают эксперты, сближает Facebook с корпорацией Microsoft, которая только что приобрела Skype за почти 6 миллиардов евро. Число пользователей Skype приближается к 145 миллионам. Facebook также запустила новую функцию группового текстового чата. Он позволит пользователям социальной сети общаться одновременно с несколькими друзьями. Аналогичную функцию на основе собственных разработок запустила на минувшей неделе новая социальная сеть Google+, молодой, но динамичный конкурент Facebook.